В кардиологическом центре на севере страны осваивают новый вид операции. Теперь пациентам с нарушением ритма сердца не нужно будет ехать в другие города. Вся квалифицированная помощь доступна по месту жительства. Сегодня в кардиоцентре работают 60 докторов. Один из них в прошлом году был признан врачом года. Подробности у Ирины Панфиловой. Лидия Семеновна, как настроение? Нормально? Аллергии нет на лекарства? Добрый взгляд и стальной характер. После 15 лет работы в хирургии рука у Максата Кудратулаева уже не дрожит. В день заведующий отделением проводит по 2-3 операции. Сегодня очередная коронарография. У пациентки ишемическая болезнь сердца. Когда ты видишь пациента до операции, который не может как бы самостоятельно застегнуть рубашку или там выйти в коридор как бы без боли в грудной клетке, и после твоего вмешательства эти пациенты вокруг больницы по территории нарезают круги, довольные, возникает радость как бы в душе, что реально помог человеку, что он может как бы завтра вернуться к полноценной жизни. В прошлом году Максат Кудратулаев признан лучшим хирургом в республике. Всего в Североказахстанском кардиологическом центре работают 57 врачей. С открытием лечебницы 8 лет назад у большинства жителей региона, которые страдают сердечными заболеваниями, отпала необходимость ездить на лечение в другие города и даже страны. За счет местного бюджета нам выделили в этом году 170 миллионов тенге. Мы приобрели высокотехнологическое оборудование, электрофизиологическое исследование оборудования и навигационной системы. Это позволяет нам проводить операции, новый вид операций. Это при любых нарушениях ритма сердца. Раньше пациентов с таким диагнозом отправляли в Астану и Россию. Теперь с июля начнут оперировать сами. На очереди уже стоят порядка 90 североказахстанцев. Всего в год в кардиологическом центре на севере республики делают более 500 стентирований и порядка 300 операций на открытом сердце. В 2016-м здесь пролечили 6500 человек. Для кого-то врачи совершили чудо и подарили новый шанс на жизнь. Ирина Панфилова, Тулеген Иманов, Руслан Алиев и Дмитрий Рура. Петропавловск, Хабар-24.